Hi, and Добрый день welcome. Всем и добро пожаловать! Я доктор Ивета Бичварова, и я директор международной научной и профессиональной программы ветеринарии компании Hill's Pet Nutrition. Для нас большая честь открывать и финансировать этот значимый вебинар по актуальной теме «Благополучие ветеринаров. Стратегии успеха». Hill's Pet Nutrition – это надежный партнер Австралийской ветеринарной ассоциации и давний отраслевой партнер. Кроме того, Hill's – это партнер Professional Wellness Group. Их связывают долгосрочные обязательства по поддержке ветеринаров по всему миру. Мы сталкиваемся с проблемой сохранения здоровья ветеринаров, а сейчас, в разгар пандемии, она обостряется. У ветеринаров, медсестер и лаборантов пробуждается внутренний эмоциональный инстинкт. Они хотят заботиться о других. И рациональный инстинкт. Они хотят решать проблемы. Сейчас, во время пандемии коронавируса, реализовать все это гораздо сложнее, чем раньше. Поэтому многие полагают, что немногого достигли в карьере и саморазвитии. Мы осознаем, что психическое здоровье критически важно для будущего нашей профессии. Мы горим желанием поддержать Professional Wellness Group Австралийской ветеринарной ассоциации. Наша миссия – улучшить ваше психическое состояние. Просто расслабьтесь. Надеюсь, что вы почерпнете максимум знаний из этого вебинара и сдержите данное самим себе обещание. Сделайте все возможное, чтобы ваше самочувствие улучшилось. Добрый день всем! Добро пожаловать на вебинар в САВА «Благополучие ветеринаров. Стратегии успеха». Мы рады, что у нас такое количество участников. Очевидно, вы проявляете интерес к этой важной теме. Меня зовут Ньенке Энденбург. Я клинический психолог. Я много работала в сфере ветеринарии, прежде всего со студентами факультета ветеринарии Утрехтского университета в Нидерландах. Также я возглавляю Professional Wellness Group в САВА. Мы все, моя команда, мои коллеги-волонтеры со всего мира, делаем все возможное, чтобы улучшить состояние здоровья и самочувствие ветеринаров. Вы знаете, что ситуация в самом деле критическая. Professional Wellness Group провела исследование, в котором участвовало более 4000 ветеринаров и медсестер ветеринарных клиник со всего мира в 2019 году. Его результаты были представлены на международной конференции в САВА в Торонто. Они подтвердили, что благополучие ветеринаров – это серьезная проблема, с которой столкнулись во всех уголках планеты. Разумеется, наиболее плачевную ситуацию наблюдают в Азии, Африке, Европе и Северной Америке. Кроме того, результаты показали, что к группе риска среди представителей данной профессии относятся молодые специалисты и женщины. Медсестры испытывают очень серьезные проблемы со здоровьем. И мы все столкнулись с одним вызовом. COVID-19 повысил уровень стресса в коллективах, в том числе в командах ветеринаров. Однако на сегодняшний день мы сосредоточились на положительных аспектах и изменениях, которые коснулись нас и наших коллег. Эти изменения в наших руках. Это наша зона ответственности. Следует понять, что нам нужно, и пообещать себе действовать. Мы все так или иначе чувствуем давление, и мы по-разному ему противостоим. Но мы не будем принимать комплексные, масштабные меры. Но наши действия повлияют на то, как мы будем себя ощущать в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Наш посыл на сегодня – пусть наши спикеры будут вашим источником вдохновения. Разработайте оптимальный для себя подход и применяйте его.
Мы сегодня приветствуем спикеров со всего мира, которые могут поделиться своим опытом. Мы очень благодарны нашим коллегам из Австралии, которые подключились к нам в полночь. Время выступления каждого спикера примерно 15 минут, и затем большинство из них присоединится к сессии вопросов и ответов. Пожалуйста, пишите ваши вопросы в чате, и мы на них по возможности ответим. Поэтому, пожалуйста, отправляйте нам вопросы в чате. Ведется запись данного вебинара, и он будет доступен по ссылкам сразу после его проведения. И вы также сможете его пересмотреть и поделиться им с коллегами. Итак, я представляю первых спикеров. Очень рада видеть их здесь. Это Майкл Пэттон и доктор Холли Че Янг. Майкл – руководитель исследований Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными в Западной Австралии и член Professional Wellness Group, наставник Австралийской ветеринарной ассоциации с 2005 года. Холли – профессии 2 года, и ее наставником был Майкл. На вопросы и ответы отведено 5 минут после дискуссии. Так как наши спикеры не смогут присоединиться к основной сессии вопросов и ответов по окончании мероприятия. Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием, так как в их уголке планеты уже время спать. Итак, Майкл и Холли, передаю вам слово. Нинке, спасибо. Сейчас я запущу презентацию. Добрый вечер всем. Я в первую очередь буду говорить о программах улучшения психического здоровья, которые разработала наша ассоциация. Нинке уже упомянула, что я работаю в ней с 2005 года. Затем мы услышим мнение Холли, наставником которой я был в прошлом году. Мы никогда, никогда не проводили ничего подобного. Пользуясь случаем, утверждаю, что программа полезна как наставникам, так и самим обучающимся. Цель программы – оказать содействие молодым ветеринарам, которые находятся в особой группе риска по психическим заболеваниям, чтобы они чувствовали себя защищенными. Программа основана на принципах поддержки и принятия в коллектив вчерашних выпускников ветеринарных университетов опытными представителями профессии, их адаптации. Полагаю, что это позволяет наставникам понять, что новоиспеченные выпускники испытывают давление в первый год работы. И меры, принимаемые ассоциацией, помогают грамотно выстроить отношения с этими выпускниками и укрепить их позиции в профессии и в самой ассоциации, что, безусловно, любопытно. Итак, могу привести прекрасный пример пользы таких отношений на старте карьеры выпускника. Это было в 2006-2007 годах, когда я только начал практиковать наставничество. Тогда я был наставником молодой выпускницы Рэйчел Викс. Сейчас она доктор Рэйчел Иглесиас. Рэйчел работала в Product Practice в городе Перт, и мы много раз встречались с ней в ее первый год работы. Я давал ей советы по построению карьеры. Мы рассматривали возможные изменения, которые
можно было предпринять. Затем я не общался с ней приблизительно 3 года. Но однажды она мне вдруг позвонила и предложила встретиться за чашкой кофе. Она сказала, что ей хотелось обсудить карьерные перспективы. И мы встретились. Когда я глубоко погружался в один или в другой предмет, Рэйчел хотелось подробно остановиться еще на ряде моментов. И мы обсудили много возможностей. Она сказала мне, что ее увлекала эпидемиология и научные исследования. После этой встречи за кофе, мы с Рэйчел еще на какое-то время потеряли связь. Затем я встретилась ее имя на обложке журнала рядом с именем одного прославленного эпидемиолога Министерства сельского хозяйства. В то время в Австралии и Новой Зеландии можно было подтвердить квалификацию ученого-ветеринара только в одном учреждении. И я узнал, что Рэйчел сдавала там квалификационный экзамен по эпидемиологии в тот год. Для меня, как для наставника, это было отрадно, так как я осознал, что Рэйчел действительно мне доверилась. Я дал ей рекомендации по профориентации, она им последовала и сделала блестящую карьеру в этой области. В этом году Рэйчел и ее команда были задействованы в разработке мер по борьбе с коронавирусом в Австралии. Мне очень нравится эта цитата. «Лучшие мореплаватели мира никогда не бывают на 100% уверены, что они движутся в правильном направлении, пока они не достигнут суши. И даже в этот момент они до конца не уверены. Полагаю, что это и о нашем жизненном пути, и о нашей возможности поддерживать наших юных выпускников. Они никогда не остановятся на достигнутом профессии, никогда не будут довольствоваться карьерными успехами. Они будут постоянно развиваться, двигаться вперед и радоваться жизни. Полагаю, что программа наставничества, разработанная нашей ассоциацией, обладает уникальными характеристиками. Это в первую очередь касается выпускников, они здесь перечислены. И как же выпускники справляются с вызовами на начальном этапе карьеры? Об этом немного расскажет Холли. Программа обладает рядом преимуществ и для наставников. Человек испытывает прекрасное чувство, когда отдает дань профессии и помогает другим развиваться в ней. В рамках программы мы проводим различные мероприятия, тренинги для наставников и для обучающихся. Мы информируем их о ключевых элементах психического здоровья, разрабатываем стратегии по его улучшению, обсуждаем 6 основных составляющих счастья. Это, безусловно, очень важно. И главное из них — получать удовольствие от работы. Волонтерская деятельность, как я уже сказал, также очень важна. Мы занимаемся ею в рамках программы наставничества. Мы делаем это добровольно, так как мы хотим помочь другим представителям нашей профессии. Иметь увлечение — это также необходимо. Я уже отметил, что мое общение с Рэйчел основывалось на доверии и благодарности. И не следует говорить собеседнику: «Я буду действовать в точности так, как вы скажете». Следует сказать ему: «Я совсем согласен», и применять его рекомендации, и довольствоваться результатами. Еще одна из уникальных инициатив ассоциации — оркестр ветеринаров, которые мы созывали на конференциях до ковида. Представители Австралийской ветеринарной ассоциации собираются вместе и устраивают представления ежегодно.
В заключение хотелось бы сказать, что как для ассоциации, так и лично для меня очень важно поощрять достижения новоиспеченных ветеринаров, ценить, что они выбрали эту профессию, и рассказывать всем о ее общественной значимости. А также о вкладе молодых ветеринаров в общество. Профессия должна быть источником вдохновения и перспектив, а также нового опыта, новых возможностей. Также важно, чтобы они не корили себя за совершенные ошибки, а учились на них и с энтузиазмом развивались в профессии. Сейчас я передаю слово Холли, и она немного расскажет вам о программе наставничества и о своем опыте прошлого года. Добрый день всем! Я хочу рассказать вам о том, какие уроки я извлекла из этой программы. Первый год после окончания обучения — это самый сложный этап вашей карьеры. Благо, существует программа наставничества для выпускников. Всегда есть кому обратиться, с кем обсудить ситуацию с работой. В университете вы осваиваете многое, но не все. Конечно, может сказаться опыт профессии, который вы приобрели до окончания учебы. Я работала медсестрой в ветеринарной клинике 4 года, прежде чем начала работать ветеринаром. Была администратором поликлиники, водителем автобуса, работала в сфере недвижимости в Макдональдсе, что, безусловно, повлияло на мой первый год ветеринарной практики. На факультете ветеринарии вас обучают многим аспектам профессии, и здесь представлены некоторые примеры. И еще примеры, изображения. Это вам показывают уже в конце обучающей программы. С какими же трудностями я столкнулась? Чему же я на факультете ветеринарии научилась в достаточной мере? А чему не научилась? Полагаю, не научилась обслуживанию клиентов, обработке финансовой информации. Обучаясь в университете, вы, вероятно, не поймете, что почти у всех ваших клиентов бюджет ограничен, и они не могут все оплатить. Также во время обучения невозможно понять, что у ваших коллег разные мнения по многим вопросам, и они будут ссылаться на разные стандарты, которые, возможно, покажутся вам непривычными. Их повседневная практика может также отличаться от вашей. Главный вызов для меня – выжить в этой среде. Молодой ветеринар должен выстроить коммуникацию с другими специалистами, с которыми он работает, с медсестрами и с менеджерами. Важно понимать, что никто не приспособится к новым условиям в первый же день работы. В связи с этим упомяну Майкла. Общение с наставником помогает решить многие проблемы. Мне очень повезло, что моим наставником оказался именно Майкл, и мы до сих пор с ним на связи. Необходимо общаться с тем, кто заботится о вашем самочувствии и осознает важность вашего психического здоровья на работе и по жизни. С ним можно обсудить абсолютно все, не боясь порицаний и осуждений. Прекрасно, что наставники программы Австралийской ветеринарной ассоциации приобрели опыт в сфере ветеринарии. Лучше всего ветеринара поймет именно другой ветеринар. Он поможет вам осознать, что заботиться о себе необходимо. Я периодически забываю о том, что нужно практиковать какие-то увлечения вне работы. И Майкл мне об этом осторожно напоминает. Я также обнаружила, что хороший наставник всегда скажет, правильно ли выбран карьерный путь и перспективы, и даст конструктивную обратную связь. Иногда мы слишком строги к самим себе. Про себя я это могу точно сказать. И я призываю всех
новоиспеченных выпускников к следующему. Даже если вам кажется, что вам не нужна помощь, то вы ошибаетесь. Она нужна всем нам на каком-то этапе карьеры. И хуже не будет, если вы обратитесь к наставнику. Завершаю выступление. Спасибо всем большое. Итак, сейчас давай обсудим некоторые вопросы. Холли, мы все знаем, что прошлый год, первый год твоей работы был непростым. Это как первый год замужества. Каковы же основополагающие аспекты взаимоотношений наставника и обучающегося? Чем конкретно я тебе помог? Что приходит тебе в голову? Итак, мне очень повезло, что именно вы были моим наставником. Я ни с кем здесь не знакома, кроме моего партнера и Майкла. У меня был чудесный наставник. Я ни с кем больше не могла это обсудить, кроме, опять же, моего партнера, который также разбирается в сфере ветеринарии. Он, безусловно, оказал мне поддержку. Самое сложное было найти работу. Вы часто слышите истории молодых выпускников, которые рассказывают, какую значимую роль играет первая работа и какие качества она формирует в ветеринаре. Некоторые люди выгорают и оставляют клиническую практику спустя всего год работы. Мне, конечно, очень повезло, что я попала именно к Майклу. Я поняла, в каком направлении я должна двигаться по работе. Прекрасно. Теперь моя очередь, и я задам вам необычный вопрос. Что интересного в вашей работе? Моя наставническая практика приносит мне невероятное удовлетворение. Я лучше узнаю людей и наблюдаю, как они растут и развиваются, и справляются с трудностями на работе, которым подкидывает профессия. Твой пример не исключение. И от своей деятельности я получаю колоссальное удовлетворение. Я накопил достаточный опыт, разные люди мне доверялись. Я общался с человеком, который территориально находился очень далеко от меня. Расстояние между нами составляло много километров. Чудесно, что мне удалось выстроить с ним коммуникацию на расстоянии. Я поддерживал его по электронной почте, по скайпу. Этот человек испытывал реальные проблемы с психическим здоровьем, и мне приходилось задавать ему неудобные вопросы и помогать ему решать проблемы, а расстояние не было помехой. В этом и ценность моей работы. Итак, мне кажется, ты уже, можно сказать, ответила на этот вопрос в конце выступления, и тем не менее спрошу. Тебе действительно смогли помочь в рамках программы поддержки и наставничества? Ты бы порекомендовала ее другим людям? Да, однозначно. Вы всегда были на связи, и мы общались столько, сколько требовалось, в свободное от работы время, за кофе и не только. Очень рекомендую программу новичкам. Что сложного встретиться с человеком за чашкой кофе и узнать его экспертное мнение по некоторым вопросам? К примеру, вы загружены на работе, вы испытываете стресс. Иногда вы не справляетесь совсем самостоятельно. И лучше обсудить ситуацию с человеком, который давно работает в этой сфере. Да, благодарю всех. Мы завершаем наше выступление. Нинке, возможно, нам поступили дополнительные вопросы? Да, я хочу представить вам доктора Шейна Райана. Он бывший президент в САВА. Он руководит практикой в Сингапуре. Он будет модератором сессии вопросов и ответов. Шейн, передаю вам слово.
Итак, всем здравствуйте. Спасибо, Майкл и Холли. Это было очень интересно, и я очень ценю. Вы в другом часовом поясе, у вас сейчас поздняя ночь. Итак, для вас пара вопросов. Во-первых, какой самый главный совет вы могли бы дать ветеринарам или членам ветеринарных команд, которые уже занимаются менторством или только собираются начать менторство? Что самое главное для них? Я думаю, что самый главный совет, который я мог бы дать, это входить в эту программу с позитивным настроем и с готовностью слушать. Я считаю, что основной навык, необходимый менторам, это слушание. У ментора должен быть такой навык. Я также уверен, что нам необходимо расслабиться и стоять немножко в стороне, потому что наша задача – обеспечивать обратную связь и только слегка направлять людей, которым вы оказываете менторство, вместо того, чтобы давать им конкретные советы. Мы должны вдохновлять их находить решение их проблем, вместо того, чтобы находить для них готовые решения. Я считаю, что это очень важно. То есть быть хорошим слушателем – это очень важный навык. Да, это так. И теперь, Холли, теперь вам слово. Расскажите нам о своем опыте менторства. И если в будущем вы будете кого-либо наставлять, что самое главное? Что вы считаете было самое главное в вашем опыте, чем вы могли бы поделиться? Я считаю, что необходимо быть открытым. Это действительно очень важно. И еще, когда вы слушаете, убедитесь, что вы слушаете с открытым сердцем, потому что иногда бывают идеи, которые не пришли бы вам в голову. Это действительно здорово иметь различные перспективы. А еще я хотел бы добавить, что очень важны хорошие отношения и связи, особенно если вы работаете в различных областях профессии. Например, я не веду клиническую практику уже более 30 лет, и все, что я могу сделать для Холли, это рассказать, кто может помочь ей в этих вопросах. Я стараюсь не давать ей конкретных рекомендаций по поводу клинической практики, потому что моя задача скорее вдохновлять, чем направлять ее. Итак, последний вопрос. Вопрос из Бразилии, из Луисианы. И он не совсем относится к вопросу хорошего самочувствия. В Бразилии, как и везде, встречаются клиенты, у которых есть финансовые трудности. И расскажите, какие наработки у вас есть по работе с такими клиентами? Я понимаю, что вы рассматриваете эти вопросы с точки зрения хорошего самочувствия, но как вы справляетесь с этим? Какие рекомендации вы можете дать? Это действительно очень болезненная тема, и это на самом деле очень непросто. Но я считаю, что я научилась работать в условиях финансовых ограничений. И я всегда знаю, что я делаю максимум из того, что я могу сделать в тех или иных условиях. Однако есть вещи, которые я не могу изменить. Поэтому, приходя домой с работы, я не чувствую вину. Я просто знаю, что я делаю свой максимум. И кроме того, я всегда стараюсь убедить клиентов, что они сделали все, что могли в их финансовых условиях. И я пытаюсь их убедить, что они тоже не должны чувствовать вину. Они сделали для своих животных все, что могли. Отлично, потрясающий ответ. Спасибо большое, друзья. Я с вами прощаюсь. Доброй ночи. И я передаю микрофон обратно Нике. Спасибо, Майкл. Спасибо, Холли. Спасибо, Джон. И доброй ночи. А сейчас я хотел бы представить вам доктора Лиз Бартон из Великобритании. Долгое время она работала в ветеринарной практике, а сейчас она занимается вопросами хорошего самочувствия. Не так давно она запустила веб-сайт, который называется wellfed.uk.
Эта организация занимается поддержкой ветеринаров и помогает им достичь процветания. Кроме того, она вовлечена во множество интереснейших проектов, которые касаются ветеринарии и хорошего самочувствия. Лиз, вам слово. Спасибо большое и спасибо, что пригласили меня. Сейчас небольшой бэкграунд. Я начала свою врачебную практику и получила степень в 2004 году. Я специализируюсь на маленьких животных. Кроме того, я работала в приюте для животных и сейчас веду общую практику для небольших животных. Не так давно, совершенно случайно, я начала заниматься вопросами хорошего самочувствия. И благодаря этому я сама стала чувствовать себя гораздо лучше, и счастливее стала моя молодая семья. Я очень люблю свою работу, но представьте себе, когда вы работаете в пятницу вечером, и кто-нибудь обязательно плачет, это неправильно, это очень большой стресс. Очень тяжело видеть людей в непростых жизненных ситуациях. И тогда я стала искать способы помощи людям, которые попали в сложное положение, и нашла множество их, как внутри нашей профессии, так и вне нее. Однако это было достаточно непросто войти в нишу вопросов хорошего самочувствия. Сейчас мы занимаемся некоммерческими инициативами. И мы помогаем людям изучить и начать пользоваться различными методами, которые делают их жизнь лучше. Извините, здесь меня немножечко перебивают. Сейчас я хочу показать вам небольшую презентацию, где я хочу рассказать про то, как начать развивать ваши навыки улучшения вашего самочувствия и почему это так важно. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о наборе инструментов? Давайте разберем ситуацию на примере дома. Когда у вас есть свой дом, все, что в нем происходит, это ваша ответственность. И когда возникают проблемы, вам нужно их решать. К сожалению, случаются вещи, которые могут доставить вам массу неудобств. Например, протечка воды, или что-то падает с крыши, или даже пожар. И если у вас нет инструментов, или если вы не знаете, как ими пользоваться, ситуация может стать очень и очень неприятной. Однако, имея правильные инструменты, зная, как ими пользоваться, и имея опыт их использования, вы можете решить проблему или смягчить ее последствия. Это не только уменьшит внешний и внутренний ущерб, это также позволит сэкономить время и деньги, которые необходимы для того, чтобы привести все в порядке. Однако необходимо позаботиться обо всем заранее. Когда все идет нормально и ваши трубы не текут, необходимо потратить время и деньги, чтобы купить инструменты, понять, как они работают и ознакомиться со всеми инструкциями. Знаете, классический пример, что абсолютно бесполезно бегать, покупать огнетушитель в тот момент, когда ваш дом объят огнем. Все то же самое касается вопросов хорошего самочувствия. Если вы чувствуете себя хорошо, то есть большое искушение рассматривать эти практики как что-то, что необходимо только людям с проблемами, тем, кто не так счастливы, как вы. И эти практики помогут им достичь вашего уровня и стать такими же счастливыми, как вы. Однако, возможно, вы слышали, что хорошее самочувствие – это часть нашей профессии, и мы должны пропагандировать здоровый образ жизни. Однако, если вы чувствовать себя хорошо, то почему бы не использовать преимущества и не почувствовать себя еще лучше? И когда что-то случается, что-то, что выбивает почву у нас из-под ног, например, это может быть кризис в семье или на работе, различные болезни или даже глобальная пандемия, такое случается с любым из нас иногда. В такой случае нам нужно погрузиться глубже в вопросы хорошего самочувствия. Однако, если мы начинаем с выигрышной позиции, наше падение будет не таким глубоким. И кроме того, имея инструменты, мы можем восстановиться достаточно быстро. И кроме того, мы также можем помочь людям вокруг нас. Начиная с того места, где мы сейчас находимся, необходимо разработать свои собственные механизмы восстановления. Тогда нам будет легче подняться, и путь будет короче, как для нас самих, так и для тех, кто вокруг нас. Например, для служб общественной поддержки и для тех, кто с нами работает.
Было бы здорово, если бы все уделяли этому внимание. Итак, что это за инструменты и как создать свой собственный набор? Есть множество путей, и мне очень нравится путь Майкла «Шесть путей к счастью». Некоторые части этого пути кажутся искусственными и прикрывают друг друга, однако результат того стоит. Он позволяет каждому понять принципы хорошего самочувствия души, тела и сознания. Дождем сознания. И здесь нашими инструментами будут дыхательные практики, медитация, управление мыслями и осознанность, а также практики благодарности и доброты. Кстати, все эти вещи имеют серьезную научную основу и основаны на исследованиях. Эти практические инструменты смогут помочь нам улучшить наше ментальное самочувствие. И, кроме того, под этим баннером я бы еще подписала такие вещи, как тайм-менеджмент, стресс-менеджмент, эффективное восстановление после работы, управление синдромом самозванца, перфекционизмом и так далее. Например, любитель долгих размышлений. Соответственно, мне нужно научиться фильтровать обратную связь, не зацикливаться на тем, что не имеет значения. И не зацикливаться на вещах, которые не имеют значения. Теперь поговорим о нашем теле. Оно нуждается в правильном топливе. И я говорю сейчас не только о здоровой пище. Я говорю о здоровой привычке, о здоровых привычках. Конечно, еда имеет значение. Необходимо находить время для нормального обеда и наслаждаться вкусом пищи, вместо того, чтобы перекусывать в перерывах между консультациями. Важна питьевая вода. Мы должны ограничить кофеин и алкоголь, чтобы избежать обезвоживания. Необходимо нормально спать, используя практики сна. И зимой я рекомендую использовать витамин D, который играет большое значение для нас. Не следует забывать про физические упражнения. Для некоторых людей это будет занятие в тренажерном зале, для кого-то просто прогулки на свежем воздухе. Кроме того, бег, йога, катание на велосипеде, плавание – все это работает на нас. Здесь я еще хочу упомянуть о том, что мы должны проводить самодиагностику нашего тела. У нас, кстати, есть хэштег «Проверь свою грудь». Эта компания сейчас развивается в Великобритании. Мы постоянно делаем клинические исследования наших питомцев, но мы забываем о самих себе. Мы забываем убедиться, что мы действительно здоровы, что у нас нет уплотнений и новообразований. Мы должны получать медицинскую помощь каждый раз, когда нам это нужно, и заботиться о самих себе. А сейчас поговорим о душе. И сейчас это действительно важно, потому что мы все столкнулись с большим количеством ограничений из-за глобальной пандемии. Здесь, в Великобритании, мы до сих пор, у нас до сих пор локдаун, вот почему дети сейчас не в школе. Мы коллективные существа, и сейчас наши возможности общаться серьезно ограничены. Нам приходится довольствоваться телефонными звонками и виртуальными встречами. Сейчас общение внутри семьи и на работе очень важно. Сейчас нам нужны наша семья и друзья. И сейчас мы должны развивать наши коммуникативные навыки до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Социальные связи очень важны. Даже сейчас, когда мы не можем никуда выходить, нам необходимо держать связь с теми, кто поддерживает наши интересы, такие как музыка, вязание, фотография, да все что угодно. Кроме того, спортивные клубы придумывают новые активности, которые вы можете разделить со своими друзьями и коллегами. И кроме того, в настоящий момент у нас есть мощная поддержка социальных сетей. Я хочу сказать, что совершенствование нашей души затрагивает все грани нашей личности. И очень хорошо, когда люди находят время на свои хобби, которыми могут заниматься как индивидуально, так и вместе. Вы любите готовить или печь, или что-то мастерить. Найдите время для этого. Это не значит, что вы прячетесь. Или не стоит наказывать себя за то, что вы делаете что-то не связанное с своей работой. Это очень важно. Очень важно найти время для себя и развивать свои хобби. И на самом деле, приобретение мастерства в ваших хобби или каких-то других вещах, не связанных с работой, это лучший способ расслабиться и получить психологическую разгрузку после работы. Это очень важно.
Я говорю здесь об отдыхе, потому что он абсолютно необходим в нашей очень напряженной профессии. Мы действительно очень много работаем, и мы должны расслабляться, не чувствовать за это вину. Мы должны делать отдых осознанным и выделить для него время. Ставьте, у вас была очень тяжелая смена. После этого долгая дорога домой. Вы пришли домой абсолютно опустошенным. Вы сидите дома, смотрите Netflix, съедаете целую пачку картофельных чипсов и выпиваете бутылку вина. Вам это действительно нужно, однако вы чувствуете вину. Когда я бываю в такой ситуации, я позволяю себе бодрящую 10-минутную прогулку. Я прихожу домой и смотрю 2 эпизода моего любимого сериала. Потом я съедаю всего лишь половину пачки чипсов и выпиваю всего лишь 1 бокал вина. Я получаю от этого наслаждение, потому что я это заслужила. Про чувство вины и позвольте себе наслаждение. Это необходимо нашей душе. Или отправьтесь на пробежку, или устройте танцы на кухне, послушайте музыку или подкасты, почитайте хорошую книгу. И есть множество способов получить наслаждение. И найдите тот, который подходит именно вам. Спросите, как это делаю я? Я люблю делать силовые упражнения на открытом воздухе. Они имеют смысл только тогда, когда ты действительно работаешь и когда приходится по-настоящему попотеть. Кроме того, я люблю общение, путешествия и чтение, когда у меня есть время. С тех пор, как я начала работать в проекте Velvet, я узнала очень много нового, очень много вещей, которых раньше я даже не подозревала. И сейчас они стали частью моих ежедневных практик по улучшению самочувствия. Мне это очень помогает, особенно сейчас, во время ковида, дистанционного обучения и зимы. Я, к сожалению, не могу каждый день бегать, гулять или, конечно же, путешествовать. Однако я очень много читаю. И к тому же мой набор инструментов сильно увеличился. И теперь мне гораздо проще управлять своим самочувствием изо дня в день. И, кроме того, я могу помочь своей семье. Например, с моей младшей дочерью, которая только что приходила, с ее старшей сестрой. Мы делаем дыхательные практики в то время, пока делаем уроки. Но вы знаете, как это бывает. Эффект абсолютно удивительный. Иногда, когда я злюсь, мои дочки говорят: «Мама, давай подышим несколько минут». Ну, просто чтобы успокоиться. И все становится гораздо проще и лучше. У меня всегда есть слово года. Что-то типа новогодней резолюции. И я всегда страдала от презентизма. Это означает, что если ты что-то делаешь, ты все время думаешь о том, что будет дальше. И ты не находишься здесь и сейчас. И слово прошлого года было «будь в настоящем». Это означает, что в каждый момент наслаждайся моментом. Например, когда я играю с моими детьми, я не должна думать о том, что приготовить им на ужин. И когда я прихожу домой, я не должна думать о том, что происходит на работе. Теперь все, что я делаю, доставляет мне гораздо больше удовольствия. Чувство вины уменьшилось, и я очень это ценю. Я много работала над своим мировоззрением. И этот процесс начал с самоосознания, который запустил Майкл. Осознавая свой ментальный статус и управляя своими эмоциями, вы возвращаете себе контроль. И, будучи осознанным, вы остаетесь позитивным. Во время личностных изменений, которые произошли со мной, я узнала много нового о самой себе, о других, о том, как действовать и взаимодействовать. Мне стало гораздо понятнее все, что касается меня. Я поняла, что есть что, и как можно реагировать различными способами. И в результате мне стало гораздо лучше. Кстати, йога – отличная штука. Она может изменить абсолютно все. Она действительно помогает мне поддерживать мою активность, особенно после травмы. Она помогает телу снова начать двигаться. Йога имеет множество точек пересечения с практиками осознанности и самопомощи. Я узнала, как нормализовать сон и как расставлять приоритеты. Кроме того, на этой неделе у меня появился новый навык. В клубе Velvet у нас была дискуссия о преимуществах благодарности. Это именно то, что помогает настроить наш мозг на положительный лад. В ходе эволюции мы привыкли концентрироваться на негативных вещах. Это было необходимо для выживания. Однако есть возможность перенастроить наш мозг
на положительные вещи. Это очень простая практика, которая дает долговременный положительный эффект. Сейчас я все еще работаю над установкой своих границ. Но вы знаете, иногда бывает очень сложно найти время для себя, например, для упражнений. Иногда очень сложно сказать «нет». Но это то, над чем мы должны работать, и те навыки, которые мы должны развивать. Ставьте себе слишком высокие цели. Просто двигайтесь небольшими шагами и используйте инструменты, которые подходят именно вам. Пусть практики станут частью вашей жизни и вашей новой привычкой. Первые шаги для работы над дыханием. Не ставьте себе слишком высокие цели. Не ставьте себе слишком высокие цели. Просто делайте небольшие шаги и используйте инструменты, которые подходят именно вам. Пусть практики станут частью вашей жизни и вашей новой привычкой. Регулярно необходимо проводить переоценку, потому что некоторые инструменты именно для вас не работают. Поэтому нужно остановиться, вернуться и, возможно, что-то поменять. Итак, давайте открыто говорить о практиках хорошего самочувствия и сделаем их нормой жизни. И в конце я хочу сказать, что вы можете бесплатно посмотреть все серии дискуссий о хорошем самочувствии. Кроме того, каждый четверг вы можете присоединиться к нам в 8 часов вечера по британскому времени. Что ж, присоединяйтесь к нам в Zoom или на нашей странице в Facebook, Velvet, или на нашем веб-сайте. Здесь вы можете увидеть фотографии из наших мероприятий. Спасибо большое, что слушали меня. Да, прошу прощения, не та кнопка. Спасибо, Лиз. Очень полезная пища для размышлений. Спасибо за отличную презентацию. Мы еще встретимся в разделе с вопросами и ответами. Я уже видел некоторые вопросы, позднее мы их обсудим. Наш третий спикер – доктор Сара Бостон. Доктор Бостон – ветеринар-онколог, хирург, ведет частную практику рядом с Торонто, в Канаде. В прошлом – президент ветеринарного сообщества хирургической онкологии, автор книги научных публикаций «Человек, переживший рак». Также она один из основателей «Cageliner». Это сатирическая газета, посвященная теме ветеринарии. И ее новое хобби, как ни удивительно, стендап-комедия. Сара, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Передаю вам слово. Спасибо большое за приглашение. Привет всем участникам со всего мира. Так здорово быть частью этого вебинара. Мое выступление будет немного отличаться. Это мой 25-й год клинической практики. Я немного чувствую себя белой вороной на этом вебинаре, если честно, потому что, оглядываясь на то, что говорила Лиз, у меня не все так гладко с разумом тела, но душа, с этим все в порядке. Я поговорю о чем-то, что помогло лично мне со стрессом, со всем остальным. И это писательство и комедия. Я хочу привнести это в нашу профессию и помочь профессии посредством комедии и смеха. Итак, я также кое-что знаю о сторителлинге, поэтому расскажу вам историю о начале моей практики. Думаю, она показывает трудности, с которыми встречаются ветеринары в практике, какие-то вещи, которым я научилась на собственном опыте. Итак, Рождество, 1998 год. Я жила в Эдмонтоне, провинции Альберта. Там, где я работал, было три ветеринара, босс и владелец заведения Сью. Я называл ее Шму, когда ее не было рядом. Еще была одна коллега, ее имя не важно. Мой муж решил вернуться в Онтарио, чтобы провести Рождество с семьей. И примерно в это же время Шму решила, что я буду работать на выходных. И, в принципе, я была не против, потому что я не очень люблю Рождество. Наша клиника была закрыта на выходные, но у нас также были животные, которые с нами жили. Мне было нужно их навещать раз в день, быть готовой помочь с какими-то проблемами.
Но на случай проблем как раз были изобретены клиники экстренной помощи. Вечер, 24 декабря, каждый пациент был назначен идти ему домой, идти в клинику экстренной помощи или сразу идти к Иисусу в Рождество. Я проводила последнюю проверку всех животных, которые с нами были. Бумаги привожу в порядок и слышу, как босс мой говорит по телефону. Она говорит о черном коте, говорит, нет, все в порядке, приноси его сюда. И она действительно уговаривала человека на том конце провода принести кота к нам. Плохи дела. Повесив трубку, она мне сказала, что ее сестра собирается принести кота в нашу клинику из Калгари. За сутки до этого у кота была обнаружена ишурия, он был в ветеринарной больнице в Калгари с уже поставленным мочевым катетером, но теперь кот по кличке Пушистик направлялся в Эдмонтон. Вы можете подумать, если вы пригласили кота своей сестры для рекреации на все выходные в вашу клинику, и таким образом вы оказываете сестре услугу, и вы как раз будете за этим котом присматривать. Я тоже так подумала и была не права. Я принимаю Пушистика вместе с катетером, вместе с внутривенными жидкостями. Я полностью одна на Рождество, потому что все мои друзья из Эдмонтона живут в Соскочеване или Онтарио, так что я сама по себе. Рождественское утро, я пошла проведать Пушистика, у него все хорошо. Катетер был введен уже 48 часов, и я решила его достать. Оглядываясь назад, могу сказать, это была плохая идея, но нам предстояло быть закрытыми еще 4 дня, у меня не было выбора. Я снова проверила его самочувствие в полдень дня Рождества, у него была ишурия. У нас не было дежурных техников, потому что Рождество. А для того, чтобы помочь животному с таким недугом, нужно больше людей. Поэтому я позвонила своему боссу, частично для того, чтобы попросить ее приехать помочь мне, частично для того, чтобы сообщить ей, что у кота ее сестры угрожающее жизни состояние. Она начала кричать на меня, говорить, что я должна суметь сама с этим справиться, сама должна провести анестезию, что у нее 12 человек дома за праздничным ужином, что она не сможет помочь. Мне пришлось самой проводить анестезию и помогать Пушистику. Я как раз вставляла катетер и уже почти с этим справилась, когда Шму объявилась. Она была очень рассержена, ей пришлось прийти все-таки на помощь. Только вот на тот момент я уже не нуждалась в ее помощи. Я думаю, она приехала только для того, чтобы вся эта ситуация не выглядела так плохо, чтобы смягчить немного чувство вины из-за того, как она со мной обращалась в Рождество. Но было поздно. Кот лежал на животе под анестезией, я стояла перед ним на коленях, уже ввела катетер, и только к этому моменту она пришла и ощупала его живот. Это было вовсе не обязательно и даже оскорбительно, потому что это предполагает, что я могла не знать, как продиагностировать это заболевание. Это напоминало какой-то запланированный розыгрыш на Рождество. И вот она сжимает его мочевой пузырь в тот самый момент, когда я наконец смогла вставить катетер в уретру и говорит что-то вроде «Здорово, его мочевой пузырь больше не прощупывается». А я не знаю, связано ли это с тем, что я смогла устранить застой или же что-то случилось с мочевым пузырем. Она направляется к выходу и говорит, похоже, у тебя тут все под контролем, у меня 12 человек за праздничным ужином. Она ушла, я удалила какое-то количество мочи из мочевого пузыря, но не столько, сколько нужно. Я подумала, что она заставила его мочевой пузырь лопнуть. Я думаю, что она это знала. И если бы я могла заново пережить Рождество, я думаю, я бы уволилась прямо там, на месте. И я этого не сделала, потому что была новичком. На тот момент я в это не поверила. Я подумала, что она бы осталась, если бы думала, что повредила мочевой пузырь кота. И в любом случае некому было помочь мне. Короче, Пушистик не слишком хорошо оправился после анестезии, он полностью не очнулся. Я сделала то, что в то время делали ветеринары. Когда у нас еще не было клиник экстренной помощи, я взяла его домой на Рождество, сделала ему уголок у себя в ванной, оставила катетер, чтобы опорожнять его мочевой пузырь и брюшную полость. Вот такое вот получилось Рождество с Пушистиком. И ночка выдалась та еще, я почти не спала, потому что очень беспокоилась. Пушистик не спал из-за угрожающей его жизни азотемии. И на следующее утро клиника все еще была закрыта. Я стала звонить сотрудникам в надежде, что кто-то мне поможет.
Я нашла такого человека, чудесного специалиста. Мы сделали радиограмму с контрастным веществом. Мы подтвердили, что мочевой пузырь лопнул. Она стала его готовить к операции, а я позвонила Шуму и сказала: «Тебе может показаться, что ты заставила мочевой пузырь пушистика лопнуть? Так оно и есть». И ее ответ был: «Мне нужно приехать и тебе помочь». Я сказала, что это не обязательно, но, возможно, она захочет позвонить сестре и сообщить, что коту предстоит операция. Операция прошла спокойно, я восстановила мочевой пузырь, кот восстановился после операции, и в понедельник, когда клиника снова была открыта, мой босс и ее сестра пришли и, не сказав мне ни слова, просто кинулись в клетки пушистик. Я просто довольствовалась тем фактом, что пушистик был жив. И за это я до сих пор благодарна. Это история о начале моей ветеринарной практики, и я думаю, что многие ветеринары испытывали нечто похожее. Неважно, с какими животными вы работаете, важно ощущение того, что вам некому помочь, и вы наедине с животным, и которому плохо, и вы не уверены, что вы сможете помочь пациенту. Есть несколько вещей, которым я научилась в течение многих лет своего опыта, когда справлялась с подобными случаями и с подобным стрессом, потому что стресс был очень силен. Я разработала несколько стратегий, которые позволяют справляться с подобными ситуациями. Первая ситуация была нечестная. Я была одна на Рождество, происходило много всего. Иногда я сталкиваюсь с какой-то дилеммой в врачебной практике, как иногда роль играет человеческое эго, интересы людей, которые выше вас. И если я концентрируюсь на пациенте, на том, что ему нужно, я справляюсь с трудностями. В общем, что бы ни происходило, я сосредотачиваюсь на пациенте. Это очень важная стратегия. И второе, всегда есть дежурство по вызову и выходные дежурства, которые необходимо отрабатывать. И я это ненавижу, терпеть не могу. Вот это чувство, когда ты постоянно привязан к клинике, это тяжко для меня и для всех ветеринаров. И я скажу следующее. Не нужно юлить, если ты дежуришь по вызову. Просто смирись. По моим наблюдениям, каждое Рождество случается какой-то тяжелый случай, стоит просто выполнять свою работу, не пытаться торговаться, от этого может стать только хуже. Но, с другой стороны, убедитесь, что вам это компенсируется. Я говорю и про финансовую сторону вопроса, и про время, про все эти Рождества и выходные, которые вам пришлось провести вдали от семьи, от друзей. Being away from your family and your friends and the things that you want to do. И еще одна вещь, о которой мы часто говорим, личные границы очень важны. У меня это не очень хорошо получилось тогда и плохо получается вообще, но мне в тот момент нужно было постоять за себя и сказать: я не стану этого делать, я не согласна присматривать за котом вашей сестры в Рождество. Но на тот момент я подумала, что меня бы уволили, если бы я так сделала, и думаю, так бы оно и вышло, меня бы уволили. И мне бы пришлось проходить через этот стыд, процесс увольнения. Меня до этого никогда не увольняли, я думала, что проблема во мне, я не найду новую работу, со мной что-то не так, проблема во мне. И этот страх я испытывала, когда не уходила с плохих работ, потому что думала, что проблема во мне. Я думаю, что иметь достаточно смелости, чтобы устанавливать границы со своим боссом, коллегами и с пациентами, очень важно. Еще одна вещь, очень олдскульная, ведь я старичок уже в этой сфере. Брать пациентов домой и оказывать неоплачиваемое лечение – это не вариант. Должны быть другие выходы, мы не должны брать на себя эту ответственность. Я очень часто делала это в 90-е, брала котят, щенят к себе домой, обустраивала их у себя в ванной. И поверить не могу, что я на самом деле это делала, но думаю, что есть много ветеринаров, у которых нет доступа к клиникам экстренной помощи, у которых с этим проблемы. И это чисто моя проблема, я не думаю, что это ко всем применимо. Но я нашла, что писательство, сторителлинг, стендап-комедия — это мое хобби, и я также стараюсь привносить это в нашу профессию. Возможно, это звучит так, как будто у меня кризис среднего возраста, и, может быть, даже так и есть. Но есть такая поговорка: комедия равно трагедия плюс время. Мне кажется, что эта история просто уморительная. Надеюсь, вы над ней посмеялись, но на тот момент она мне не оказалась смешной. Но я считаю, что пытаться находить юмор в том, что мы делаем, очень и очень важно.
Я рассматриваю комедию как способ найти в себе стойкость. Я хочу смеяться на ветеринарии вместе с ветеринарами. Я думаю, что мы должны смеяться, или мы просто сломаемся. Я думаю, мы должны найти в себе эту стойкость. И стойкость в прошлом означала что-то вроде «подбери нюни, все через это проходили, тебе тоже придется». Я очень часто это слышала, в том числе во время практики в интернатуре. Но для меня стойкость — это умение плыть по течению, умение принимать то, что события разворачиваются не так, как ты ожидаешь, и находить в этом смешные моменты. Потому что многое из того, что мы делаем, смешно, и многое из того, что мы делаем, наоборот, обыденно. И для меня самое классное в выдумывании этих нелепых сатирических шуток о нашей профессии и видеть комментарии, и видеть, что люди по всему миру проходят через подобный опыт. Это плохой опыт, вероятно, иногда происходящее абсурдно, но иногда происходящее смешно. И мы можем сказать другим ветеринарам: «Слушай, со мной тоже такое случалось, это забавно». Это моя миссия, и думаю, другие люди смогут на это посмотреть иначе, но думаю, вам нужно найти способ, который будет работать именно для вас. Свой я уже нашла, и одна из целей моей карьеры — это найти способ внести вклад в эту профессию, привнося в нее юмор, потому что я считаю, что нам это нужно. Думаю, что время моего выступления истекло, я даже немножко вышла за рамки. Но я буду рада ответить на вопросы, и большое спасибо за возможность участвовать. Спасибо большое, Сара, за очень интересную историю. Мне она очень понравилась. Думаю, многое можно почерпнуть из нее. Мы выслушали всех наших спикеров, и мне хотелось бы вновь всех их благодарить. Лиз, Сара и я с радостью ответим на ваши вопросы. И раздел с вопросами и ответами будет модерироваться доктором Шейном Райаном. Спасибо, Нинке, Лиз и Сара. Было очень интересно и познавательно. Я этим занимаюсь уже 40 лет. В былые времена у нас даже электричества не было. Сара, раз вы только закончили, воспоминания еще свежи. Вы говорили о комедии, о позитивном отношении, о стойкости. Так вот, как комедия может помочь нашей профессии? Вы говорили, что это может помочь во время обучения в университете, а что насчет уже практикующих врачей? Суть в том, чтобы найти то, что лично вам нравится. Но мои наблюдения таковы. Когда вы наблюдаете за драмой, которая разворачивается в клинике, ужасный клиент, в людях очень часто негатив накапливается и так далее. Часто видела, как клиенты грубо разговаривают с людьми на ресепшене, с медперсоналом, и этот негатив, он оставляет отпечаток на тебя. Я не говорю, что нам стоит высмеивать наших клиентов, хотя иногда и такое делаю. Но я считаю, что нужно попытаться найти юмор в подобных ситуациях. Надо осознавать, что ты не один такой, подобное случается постоянно. Постоянно люди нам говорят, что нас интересуют только деньги, и это не нужно принимать это близко к сердцу. И я не специалист в этом, но просто из своего богатого опыта могу сказать следующее. Люди ломаются. Нам нужно быть мягче, нужно уметь плыть по течению, находить в себе эту стойкость. И, как я уже говорила, в медицинских школах есть специальные тренинги, которые учат быть хорошим слушателем. You can go take an improv class. It makes you a better listener. It makes you, you know, we're so into our science that like. Мы зачастую считаем, что все должно быть
как по инструкции, как по учебнику, и подобные тренинги нас учат, что иногда все идет не по плану, и по ситуации придется подстроиться, и считаю это очень важно. Это не только про умение подстраиваться, но и про умение находить забавное в нашей работе. Очень многое в нашей работе забавно, и даже в грустных событиях можно найти юмор, если поискать. В противном случае мы только впитываем негатив. Это только моя точка зрения, не знаю, насколько я права, но я следую советам других людей, я пытаюсь заниматься йогой, высыпаться, но, например, вот сегодня я встала в 4 утра, и для меня эти советы не очень работают. И я уже долго работаю в этой профессии, у меня огромная практика, и я пытаюсь помогать людям видеть забавное в нашей профессии. Извините за длинный ответ. Ну, наверное, вы очень хороши в стендапе. У меня есть вопрос, относящийся к выступлению Сары, но адресован он всем троим. О создании границ между вами, вашим работодателем, коллегами, клиентами. Как вы создаете эти границы? Нинке, хотите начать? Нинке, вас не слышно? Прошу прощения. Думаю, первое, что нужно сделать, это понять, что вам нужны границы. Потому что многие люди этого не знают. Когда я смотрю на студентов, им в целом тяжело устанавливать границы вообще, даже в личной жизни. Поэтому начинать вы должны с вопросов, где мои границы, как далеко я могу зайти, если это происходит со мной, как я могу сказать «стоп». Лиз, продолжите? Да. Что касается границ между клиентами и работниками, а также между коллегами, которые работают в одной клинике, когда я начинал работать, в нашем учреждении работала следующая политика. Мы никогда не давали личные номера клиентам, и у меня была подруга, которая работала в другой клинике, где у клиентов были личные номера телефонов. Меня всегда удивляло, когда она говорила: «О, ну вот еще один звонок от клиента». Тут дело даже не в границах, а в культуре работы. Работа и дом должны быть разделены. Мы жили в сельской местности, где люди друг друга знали, но даже так мы не добавляли их в друзья на Facebook, мы не делились личными номерами телефонов с клиентами. Это, конечно, сложно в эпоху соцсетей, но вам нужно быть открытым и прямым в этом отношении. Также это касается и общения внутри компании, будь это группа WhatsApp, другие формы общения. Если люди закрепляют сообщения в чатах, хотели поговорить вот об этом, вот случай с вами, от этого очень сложно отгородиться. И я рекомендую в рамках отдыха от работы настроить доступ к своей странице, сделать так, чтобы после 7 часов не получать каких-то сообщений групповых. Вы только пишете одному или двум людям, которые на дежурстве, и это все. Есть такие вещи, которые вы можете сделать, чтобы установить личные границы и дать понять, что вы не всегда онлайн, не всегда на связи. Сара, вам есть что добавить? Да, думаю, все, что сказала Лиз, верно, абсолютно верно. Думаю, что во врачебной практике имейлы – это еще одна серьезная проблема. Мне часто пишут на почту в выходные, и я стараюсь не проверять в выходные свою рабочую почту. Всегда говорю: можете мне просто позвонить или написать, но не пишите на почту, потому что у меня всегда такое ощущение, что от меня чего-то ждут, что я должна дать ответ. В общем, электронная почта создает свои проблемы. В общении с клиентами очень важно установить границы ваших отношений.
И также важно то, как они с вами обращаются. Я помню, мне исполнилось 40, и это был как раз мой день рождения. Я работала в университете Флориды, говорила с семьей об их собаке, у которой была остеогенная саркома, ей предстояла ампутация конечности, других вариантов не было в том случае. И я помню, что телефон был на громкой связи, я слышала, как отец семейства, которого я никогда не видела, просто на меня кричал по телефону: «Ты не отнимешь ногу моей собаке». И я не собиралась это делать, кстати, в тот же день. Мы только-только сделали томографию, я не собиралась мчаться к собаке и отрезать ей ногу. Но он себя вел очень грубо. Я просто положила трубку. Я взяла телефон и сказала: «Мы не собираемся это делать». Не знаю, с чем это связано, может быть, с тем, что у меня был день рождения, но я просто положила трубку и сказала: «Я не позволю так с собой разговаривать». Я понимаю состояние клиента в тот момент. Люди испытывают эмоции, но им это не дает права так себя вести. И в итоге, кстати, он оказался хорошим клиентом. Не то чтобы мы подружились, но в соцсетях он меня благодарил, пытался в личных сообщениях извиниться. И подобные срывы случаются, но мы не должны с этим мириться. Это еще одна граница. У меня еще одна есть граница. Раньше я думала, что обязана проводить операцию на каждом животном лично, но это не так. И если они грубо себя ведут с персоналом, если мы не в очень хороших отношениях, то я делаю только серьезные операции, например, где могут возникнуть осложнения, смерть питомца, заражение, может быть, потребуется контроль с моей стороны. Но я могу сказать «нет», и часто людей это шокирует. У меня ушло много времени на осознание того, что я могу так поступать, у меня есть контроль над этой ситуацией, и они не могут это решать. Они, то есть, могут попросить меня, но я могу им отказать. То есть важно разграничивать личные и профессиональные отношения с клиентами. И это нас подводит к еще одному вопросу, который был адресован Лиз. Как быть с духом соперничества между ветеринарами? Полагаю, не только коллегами, но и ветеринарами из других клиник. Как способствовать проявлению благодарности и благополучию в такой напряженной обстановке? Лиз, пожалуйста. Да, очень интересный вопрос. Полагаю, что соперничество — это часть нашей культуры, и если речь идет о том, чтобы быть лучшим ветеринаром, то мы рассматриваем не только врача, но и характер человека в целом, его доброту, умение идти навстречу. И это смещает акцент с работы в клинике на вещи вроде: «Ого, я и не думала, что Нэнси столько всего делала для пациентов, хотя и не обязана». Это смещает вот этот акцент. И суть не всегда в том, чтобы быть в кавычках лучшим ветеринаром. Я повторюсь, что это часть культуры, и это должно идти сверху вниз. Например, в Королевском колледже Великобритании у нас была кампания, в рамках которой врачи делились историями от лучших профессионалов касательно их опыта, психического здоровья. Лучшие профессора университета рассказывали, как они справлялись с депрессией, выгоранием, срывами. Они рассказывали, что быть в кавычках лучшим — это не всегда хорошо для тебя, для клиники, для организации. И нам нужно переосмыслить вот это вот соперничество. Вот что я могу сказать. Сара, что насчет отношений между коллегами? В моем опыте были подобные случаи,
Думаю, у врачей всегда есть такое ощущение, что их будут оценивать, и нам всем стоит работать над тем, как мы обращаемся с коллегами. Думаю, что это отличный вопрос, не знаю, кто его задал, но это отличный вопрос, он относится к тому, чем лично я обеспокоена. Мы не всегда хорошо обращаемся с коллегами. Часто бывает, что мы пытаемся выглядеть лучше, говоря, вот он запорол тот случай, там что-то сделал не так. Но мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь животным. Если кто-то облажался, мы должны сказать, в следующий раз я бы сделала вот так, моя точка зрения на этот кейс вот такая. Ну, разумеется, каждый хочет стать лучше, и если ты допустил ошибку, вероятно, ты бы хотел знать, что ты ее допустил. Я звоню коллегам по поводу определенных кейсов, если, по моему мнению, есть что-то, чему они могут научиться, что-то, что могли бы сделать лучше. Я звоню и говорю, слушай, вот в будущем вот так и вот так сделай. Обычно я начинаю со слов, могу я тебе дать вот фидбэк по поводу вот этого случая. Некоторые люди его принимают, некоторые нет. И не знаю, что нам мешает проводить этот открытый диалог, но я думаю, что это вот это самое соперничество. Вам кажется, что кто-то вам говорит, что вы плохой ветеринар, но нам стоит быть более открытыми к обратной связи и не осуждать друг друга. В общем и целом, отличный вопрос. Мы уже поднимали этот вопрос, и, похоже, он многих беспокоит. Нинки, вам есть что добавить? Да. Думаю, мы ветеринары, но мы также обычные люди, мы допускаем ошибки. И я не думаю, что это проблема. Я думаю, что во время обучения в ветеринарных школах мы должны также усваивать, что ошибаться – это не проблема. Вопрос в том, как ты ее будешь исправлять, эту ошибку, а также в том, как правильно давать обратную связь. Не набрасываться на кого-то с критикой и говорить, слушай, возможно, в следующий раз можем попробовать вот это и вот то. И также, по моим наблюдениям, студенты всегда находятся под ужасным стрессом, потому что они боятся ошибиться. Я всегда говорю, не волнуйтесь, вы точно ошибетесь. И это не проблема. Нужно думать над выходом из ситуации, над тем, как правильно говорить кому-то, как стать лучше. Также могу сказать, что процесс обучения, особенно в ветеринарных школах, не заканчивается на моменте выпуска из учебного заведения. Он продолжается, и мы должны позволять друг другу учиться и в том числе и ошибаться. Хорошо, спасибо, Нинке. У нас есть еще несколько вопросов, мы по ним пройдемся, если будет такая возможность. Вот один, он обращен ко всем, но начнем мы с Лиз. Ответственность за благополучие. На ком она? На человеке, на ветеринаре, может быть, на компании, может быть, на профессии в целом? Или это выходит за эти рамки и лежит на обществе в целом, может быть? Да, мы уже это обсуждали, и мне понравился ответ Майкла. Да, это наша ответственность. Часть этой ответственности на человеке. Я это почувствовала после того, как получила свой диплом. Я усердно работала, и моя компания, и моя сфера деятельности были мне должны отличную, счастливую, высокооплачиваемую карьеру. Когда я этого добилась, я поняла, что мне никто ничего не даст просто так, это надо заработать. И на мне лежит ответственность трезво оценивать свои силы и управлять своим благополучием. И учитывая сказанное, если у вас нет времени на обеденный перерыв, вы не получите здоровый и должный прием пищи. Так что это точно обязанность сотрудников и организации осознать ценность перерывов. Была целая кампания, которая была начата в Национальной службе здравоохранения в Англии и распространилась по всей ветеринарии. Суть была в том, что работодатели должны осознавать, что их
работники голодные, одни, одинокие, устали и испытывают жажду в том числе. Это ответственность работодателя убедиться, что работники не голодные, у них есть буквально время выпить воды, отдохнуть. И тут все дело в хорошем менеджменте, относится ли это только к компании или выходит за эти рамки. И что касается профессии, думаю, что профессии с таким высоким процентом стрессов и случаев суицида и тому подобное, на нас лежит ответственность по выявлению этих проблем, по применению механизмов решения и рекомендаций, и введению правил, поддерживающих благополучие людей, потому что без людей нет профессии. Поэтому ответ «да». Хорошо. Возможно, кто-то еще хочет высказаться? У нас есть еще вопрос, касающийся того, о чем вы сказали, Лиз, и начнем с Сары. Какие стратегии вы можете предложить? Вопрос из Канады, кстати. То есть ваши земляки. По поводу времени, когда каждый день у врача такое плотное расписание с момента пробуждения до отхода ко сну, мы пытаемся выполнять обязанности свои на работе, дома, с семьей. Какие стратегии вы можете предложить, чтобы поддерживать благополучие? Ну, я худший человек для ответа на этот вопрос. Думаю, суть в постоянном переосмыслении того, что вы собираетесь сегодня сделать, попытке вписаться в режим работы, и у меня это не очень хорошо получается. И также в нахождении вещей, которые вас делают счастливыми. Например, во время пандемии, мне кажется, что мне очень повезло, что у меня есть собака. Я очень люблю долгие прогулки в лесу со своей собакой. Это стало частью моего поддержания благополучия. Но это сложно, если вы работаете по 12 часов в день, и у вас просто нет места в расписании. Если у вас есть такие насыщенные дни, вам нужно отдыхать на выходных. У вас может не быть возможности работать по столько часов, вам придется настоять на том, что вы можете работать только 35 часов в неделю, и это предел того, что я буду делать. Возможно, вы будете меньше зарабатывать, но мы в Канаде, налоги здесь высокие, так что разница невелика. Вот что я скажу. Постарайтесь оптимально распределить нагрузку, чтобы у вас было время на отдых. Это лучшая стратегия, которую я могу предложить. И еще кое-что, что я пытаюсь сделать. Я сержусь, когда коллеги, которые со мной работают, не ходят на обеденный перерыв. Всегда проверяют, ты ходил на обед, у тебя было время пообедать. Мы сами можем вносить свой вклад в культуру работы, и это важно, потому что они могут просто продолжать работать без остановки, и я думаю, они будут работать лучше и чувствовать себя лучше, и больше внимания уделять пациентам, если в их расписании есть перерывы. Я настаиваю, чтобы они уходили с рабочего места, не просто сидели перед компьютером и ели, а где-то ушли, посидели спокойно полчаса, не говорили о работе. Мы, ветеринары, должны к этому стремиться. На данный момент это не очень хорошо получается, ни у кого на это нет времени, никто так не делает. И я думаю, нам стоит подавать пример другим. Мы должны брать на себя эту ответственность. Хорошо. Нинке? Да, я полностью с вами согласна, Сара, потому что если люди работают по много часов в день в течение долгого времени, это не просто один день или неделя, а долгое время. Думаю, они будут подвержены недугам ментальным и физическим. И это плохо для бизнеса. Если вы смотрите на это с точки зрения бизнеса, может показаться, что это хорошо, когда люди работают часами без перерыва, но в конце концов это вам будет стоить кучу денег. Это плохо для людей, это плохо для животных, это плохо для клиентов, и это плохо для бизнеса. Благополучие ваших сотрудников, оно выгодно всем. И это включает экономическую сторону вопроса. Хорошо, понятно. Еще один вопрос. Да, Лиз, слушаем вас. Да, прошу прощения, я хотел сказать, я буквально составил список с ответами.
Скажу кратко, что вы можете сделать, когда вы в тесных временных рамках. Это называется exercise snacking. Что это значит? Вы буквально делаете какие-то упражнения в течение 5 минут. Например, во время кофе-брейка, между приемами, делаете какие-то приседания. Пока идете на кухню, что-то делаете. Можете использовать резинки для фитнеса и так далее. И такие маленькие вещи, они помогают вам поддерживать ваше здоровье. И также есть такая вещь, как упражнения дыхания. Они занимают буквально минуту, но оказывают огромный положительный эффект на ваше психическое и физическое здоровье, уменьшают уровень кортизола. Важно использовать время в пути на работу и с работы. Вы можете слушать подкасты. Я вот люблю слушать comedy specials после ночных смен. Это помогает приходить домой, улыбаясь, не думая о работе. И вы можете это ввести в привычку, чтобы отдыхать. Даже если вы всего в 5 минутах езды от работы, сверните, потратьте 20 минут, и это будет полезно. Можете закрепить у себя в телефоне какие-то вдохновляющие, жизнеутверждающие цитаты, которые будут вас наводить на какие-то позитивные мысли. Может быть, получаете какой-то позитивный фидбэк от коллег. Это тоже может вам помочь. И продолжаем эту тему. Те инструменты и стратегии, которые вы упоминали, они где-то преподаются? Вы говорили, что студентам было бы проще, если бы они начинали свою практику уже с этими знаниями. Кто-нибудь знает, преподается ли нечто подобное? Да, есть? Было проведено исследование в колледж Royal Veterinary в Лондоне. Были отобраны студенты, которые были заинтересованы в физических упражнениях. Была запущена программа, где группа студентов выполняла физические упражнения в течение 12 недель. И далее оценивались их показатели. И было выявлено, что их благополучие улучшилось. И это не что-то, что внедряется на постоянной основе. Два ключевых момента. Упражнения не были слишком утомительными и напряженными. Они занимались в группе, то есть у них была поддержка друг от друга. Сейчас это становится постоянно действующей группой в ветеринарном колледже. Все ветеринарные школы в Великобритании существуют сами по себе, поэтому программа может отличаться. Но многие из них сейчас включают в программу «Неделя благополучия», когда сторонние спикеры приходят к ним и поднимают подобные темы. Это внедряется, и тут я с вами согласна полностью. У меня два ребенка, 6 и 9 лет, и я уже их учу дыхательным упражнениям, потому что чем раньше мы этим начинаем заниматься, тем лучше. Это легче использовать в жизни и в работе. Это внедряется для более и более младшей аудитории и для таких здоровых привычек. Чем раньше, тем лучше. И, Нинке, что насчет вашей страны? Это преподается? Нет, на данный момент нет. Я думаю, что это очень хорошая идея. Проблема в том, что контраргумент всегда один. Расписание уже забито, на это просто нет времени, нам стоит заняться чем-то другим. Думаю, мы можем это ввести в форме факультатива, дополнительных курсов или чего-то подобного. Это хорошая идея, но на данный момент нет, пока нет. И Сара? У меня циничный ответ. Исходя из моего опыта с образовательными учреждениями и недавнего фидбэка от студентов, думаю, нам стоит быть осторожными. Я сейчас не имею отношения к образованию, но раньше имела в течение долгого времени, и нам надо быть реалистами. Мы не можем просто сказать, вот мы включаем это в программу. У меня было стендап-выступление на мероприятии, посвященном благополучию, и многие студенты говорили, что не смогут там присутствовать, потому что у них завтра экзамен. Когда я была в университете в Флориде, у нас была ночь йоги, но студенты просто не могли ее посещать. Им приходилось выбирать между подготовкой к экзаменам и ночью йоги.
Мы должны уметь расставлять приоритеты. Мы не можем просто сказать, вот вам мероприятие по благополучию. Часто говорят, этого никто не хочет. Да нет, хотят они, просто не могут. У них или экзамены, или другая нагрузка. Мы рассуждаем, но на деле ничего не происходит. Должно быть желание, которое идет от преподавателей, и, к сожалению, я не думаю, что все с нами согласны. Все еще остается вот эта старая ментальность. Нет, надо быть сильным, чтобы быть ветеринаром. И учитывая то, что происходит в нашей профессии, мы должны уходить от этой точки зрения. Нельзя говорить 22-летним молодым людям, что им надо быть сильными, потому что они думают, что не подходят для этого ремесла. Когда случается какой-то тяжелый случай, им говорят, надо быть сильным. Они даже не станут обсуждать с нами эти кейсы, если мы будем использовать такой подход. Я думаю, что мы к этому придем, но на данный момент не все считают, что это необходимо, не все в образовательных учреждениях считают, что это действительно важно, и я надеюсь, что это изменится, потому что назревает кризис, и нам нужны перемены. Хорошо, спасибо. Осталось два вопроса. Также был комментарий по поводу наполненных учебных расписаний. Вопрос от Криса. Кто-нибудь использует приложение для благополучия, например, Headspace? Может быть, вы знаете какие-то приложения, которые можете порекомендовать? Я не использую Headspace, хотя многие его используют и рекомендуют его. Но если мы возвращаемся к вопросу «разум, тело, душа», думаю, что приложение, через которое мы связываемся с людьми, работает в этом направлении. Например, WhatsApp — это приложение для благополучия, потому что я там с друзьями с вами общаюсь. Я также использую Spotify, чтобы слушать музыку. А еще у меня есть приложение для дыхания. Это получилось случайно, оно было в моих часах Apple Watch. И оно мне говорит делать упражнения, я отвечаю «да, отличная идея». Я нашла его случайно, и теперь оно мне очень помогает. Нет какого-то универсального рецепта. Каждый должен решить, что годится для него, что позволяет расслабиться. И не стоит смотреть только на приложение для благополучия. Все, что угодно, что помогает расслабиться, улыбнуться, для вас работает. Вот такой совет я дам. Я использую mindfulness. Это очень полезная вещь, потому что вы можете установить время от 1 минуты до 30. Очень помогает. А как называется приложение? Mindfulness. Оно было предложено моей страховой компанией. А, извините, оно на датском. Сперва вам придется выучить датский. Но оно работает. Сара, вы что-нибудь подобное используете? Я пробовала Headspace и прочее, говорила себе, что да, буду медитировать, пойду на ту лекцию, и это очень полезно для мозга и так далее и тому подобное. Но я использую его 3-4 дня и перестаю. Мне не очень хорошо это получается, так что, наверное, я опять попробую им пользоваться дня эдак 4. Но если это вам помогает, то, пожалуйста. Я знаю, многие люди используют Headspace, им это помогает. У меня иногда бессонница, и, может быть, ее бы не было, если бы я над этим работала. Хорошо, у нас последний вопрос, очень большой. И я спрошу Эстефанию из Португалии, могу ли я передать ее вопрос Нинке, чтобы мы могли на него ответить. Эстефания, отправьте, пожалуйста, нам ваш адрес электронной почты, чтобы мы могли вам ответить. Каково ваше мнение по поводу суицида среди коллег? Это очень серьезная проблема здесь, в Португалии. Но, к сожалению, у нас кончилось время. Если только вы не хотите прямо сейчас обратиться к этому вопросу, я бы хотел передать слово Нинке, чтобы попрощаться. Спасибо большое за участие. Это была продуктивная встреча. Спасибо за время. Нинке. Окей. Okay.
Всем спасибо большое за вопросы. Вопросы были интересные. Большое спасибо. Я бы хотела снова поблагодарить всех спикеров, доктора Шейна Райана за модерирование этой встречи и, конечно, компанию Hillspad Nutrition за поддержку работы профессиональной оздоровительной группы WSABA. На этом пока все, но мы еще вернемся для дальнейшей поддержки ветеринаров позднее в этом году с еще одним вебинаром, поэтому будьте на связи, следите за WSAVA в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей. Большое спасибо и всем, кто отправляется ко сну, как Шейн, например, спокойной ночи. И еще раз всем спасибо.